Оказывается, у нас параллельно шли полуфиналы. В этот раз решили слишком короткий турнир сделать ребята из Gusu Gamers. У нас здесь проходит вторая уже карта между командами Reunited и Rock. Reunited ведут со счетом 1-0. Не знаю, правда, какая я это половина, но вот смотрим. У АКМа есть ульта. Сейчас можно было бы хорошо ультануть по троим, если развлекут ребята из Рог еще своих оппонентов. Ну, у карты King's Row у нас остаются последние... Подвисает трансляция. Остается у нас последний вот этот вот поворот для того, чтобы Reunited выиграли эту половину. Но вот посмотрим, как будет. Влетает Toxicion в толпу героев Reunited и тут же умирает. Это была, конечно же, ошибка. Анкой имеет ульту, но он стоит на месте, на базе, ждет своих тиммейтов и... Слушайте, 2 метра? Метр 28 осталось. Успевает ворваться танк. Вылетая, делает минус 3. Хорошо отыгрывает этот Макри. Он еще на прошлых турнирах показывал себя. И... И Reunited довозят точку. Выигрывают они. Не знаю, возможно, первую половину. Посмотрим. Но раз не написано у нас Good Game, скорее всего, это первая половина второй карты. Запомним время, там было 4 с копейками. Вот Unfix, это единственный игрок из СНГ, который остался на этом турнире. Вот, представляет он команду Reunited. И здесь хорошо много урона нанес он под ульту Зари своей. Союзной под ульту. Соответственно. Круиза. Ну вот, а ты не хотел 28 кейсов открывать, я же тебе писал, что так профит не... Ну, профит не ждать долго, копить. Так, подрубили нам комментаторов. Рассказывают нам вот про игру. Ну, видели мы только окончание игры, параллельно, к сожалению, шли полуфиналы, вот, а мы смотрели за игрой, соответственно, NVAS против Creation Esports. А будет ли здесь продолжение? Сейчас мы это узнаем. Давайте еще раз обратимся к сетке. Там чаще всего, быстрее всего обновляются результаты. Очень в этом плане организаторы ответственно подходят. Нет, пока видите, счет 1-0. Ответственно подходят организаторы к заполнению сетки турнирной. Быстро и четко они все ставят счет, вот, и, соответственно, ждем мы второй половины. Я надеюсь, что будет вторая половина. Да, она уже начинается. И заходим мы в игру, смотрим. Ребята из Reunited играют теперь в защите. Unfixed играет на красавчике. Wingheaven играет на Рейнхарте. Морти взял Мерси, Туизи, ну, как обычно, на снайпере, вылетая на своем сигнатурном Макри, и Круиз взял Симметру, чтобы ставить телепорт, раздает он всем щиты, ставит туретки. Вот, Морти, видимо, его на Люсио довез быстро на точке, очень полезная, хорошая стратегия, довозить свою Симметру к точке быстро. Заряжает Круиз, очередной у нас пролаг. И ух, врывается сюда Уинстон. Рейнфорс влетает, получает очень много урона и уходит, вынужден уходить. Твик продавливает щит Рейнхарта. Слушайте, очень быстро идет захват точки. Неужели без боя отдадут Reunited точку А? Потеряли уже троих героев, четырех героев. Морти не накопил еще на ульту, и похоже, что потеряли точку А. Туизи пикнул Уинстона. Да, очень-очень быстро Роги зашли и сломали защиту
точки А команда Реюнайтед и Анкой на своей вдове заходит в спину, но не убивает никого. Плохо, конечно, заканчивается этот заход. Неужели никого не убьет? Джампшот? Нет, нет. Не получается у него игра. Инхевен. Инхевен на своем Рейнхарте ждет свою команду, и будут они давать бой за вот эту вторую точку, я думаю. Так, ребята, одну секундочку. Может быть, на других каких-то стримах еще идет есть трансляция? Нет, нет на других стримах трансляции. Давайте вернемся сюда. Хевен дорезает снайпера, прижимает его в угол. Роги уже сделали минус 3 и тут же поднял Морти свою команду. Останавливают они на вот этом повороте атаку, убивают двоих, опять Вингхевен, и защитились Реюнайтеда. Зря, что статистику изучал, правила больших чисел. Но не зря. Копить просто долго вот эти кейсики. 14 нормальный. Началась у нас, пошла у нас следующая атака. Дали басы. Ребята из Реюнайтед. Туизи ультует. Отрезает он ангела. Нужно добить. Добить нужно ангела обязательно. Хорошо, добивает он Анкоя. Анфиксит залетает на фаре, делает минус 2. Влетая, добивает также двух героев. А именно Люсио и Жнеца. И Роги откинуты. Откинуты, им вновь нужно начинать свою атаку. Вновь нужно заходить с респы. Инхевен. Имеет он ульту. И умирает. Сзади заходит Токсикен. Ульта в четверых. Еще Рейнфорс забирает пятого. Минус. Смотрите, это минус вся команда. Это тимвайп. Тимвайп от команды Рок. Не уверен я, успеют ли они довести до второй контрольной отметки вот эту точку. Нет, наверное, не успеют. Все-таки навяжут бой Реюнайтед. Так, Токсикен. Заходит в спину, пытается, находит там Люсио. Но убивает его. И пошла ульта от Винхевена. Всего двоих он уронил. Так, пошла ульта еще от Морти. Поднимает он двоих героев команды защиты. Снова роняют Рейнхарта. Рейнхарт роняет Рейнхарта. И... ну, похоже, отбиваются Реюнайтед. Потратили почти все ульты. Обе команды. Вот. Скорее всего, это на руку Реюнайтед, потому что они смогли защититься, вот отразили атаку и будут держаться на вот этой второй контрольной точке. Туизи на вдове. Будет заходить в спину, видит он. Ох, хороший хэдшот на ход. Убивает он Фару. С помощью Вижена появилась ульта у Вингхевена. Три ульты в распоряжении команды Реюнайтед. Две всего лишь у команды Рок. Вот, но... вот, началась атака. Роги. Токсикин думает, где же зайти. Заходит он сбоку. Надо фокусить саппорт, а он стреляет по танку. Зачем ты это делаешь? Ух, залетает в спину там Твик на своей фаре, ультует, никого не забирает, и Токсикен джампшот. Морти, смотри, сейчас какая ульта, поднял он троих, держит он Анфиксиду ульту, поднимает ему хпшки, нападает на него, правда, танк, Рейнхарт из команды Рок, но атака это отбита атака.
Вылетаем. Показывает нам его. Потратил только что свою ульту, также, чтобы отбить эту не последнюю, далеко не последнюю атаку команды Рок. И появляется ульта у Круиза. Вот единственный какой-то подсейф остается. Хорошая флешка через щит добивает, вылетая танка из команды соперников. Выживает после первого магазина Акаема за счет боссов, но умирает от второго после его переката. Поднимает ангел троих героев команды атаки. Влетает Вингхэвен. Умирает Вингхэвен. Кажется, рассыпаются ребята из Reunited. Умер у них саппорт, который уже поднимал своих игроков. У Криза ульты нету и довозит Роги. Скорее всего, должны довозить здесь Роги точку. Да, перехватили они инициативу. Добрались они до второй контрольной точки. Видите, горят сирены. И двигаются они дальше. Но время, кажется, время уже перекрыто. И, по-моему, по времени Reunited уже выиграли. Там было, кажется, 4 минуты, если я не ошибаюсь. Ну, давайте смотреть до конца. Да, пишут Good Game ребята из Rogue. И проигрывают они со счетом 2-0 команде Reunited. Роги не участвовали в турнирах на прошлой неделе. Вот, собственно, это им аукнулось. Без игровой практики, не знаю, были ли у них тренировки, без игровой практики, сложно, проиграли они со счетом 2-0 в полуфинале команде Reunited, и в финале у нас встретится команда Reunited против NVAS. NVAS попытаются защитить титул чемпионов прошлого турнира от Gosu Gamers еженедельного, а, соответственно, Роги. Роги вылетают, и Reunited попробуют перехватить титул у команды NVAS.